Здравствуйте, дорогие товарищи. 6 апреля 2020 года, Херсонская область. У нас карантин как будто бы начался. Ну, для меня он не касается почти. В селе тут спокойно, без никаких проблем. Температура сейчас более 30 на солнышке. Правда, ветер сильный. Пчелки работают, алыча цветет. Крыжовник тоже цветет. Ну, скоро же вишенька будет и так далее, и так далее. Но она, посмотреть надо, что делается у пчелок. Открыл первую семейку слабенькую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На шести рамочках они сидят. Хорошенько. Сейчас внутрь гляну, что ж там делается. Все отлично. На четырех рамочках расплод. Но рамочки легенькие-легенькие. То есть корма ни хрена у них нет. Но они уже пыльцу таскают, нектар какой-то таскают, естественно. Они уже с голоду не помрут. Но сейчас я им буду давать рамочки с медом. Вот такую дам рамочку. Даже не буду распечатывать. Это дуртом полный. Ну ничего, тут 8 рамочек у них. Давайте, девочки, не помрете. Все хорошо, покуда. Сейчас в этот лежачок гляну, что здесь делается. А здесь у меня такая вот история. Эта баночка с медом, вот, трехлитровая, она где-то лопнутая. А, вон она. Вот, лопнутая. И, естественно, мед же не будешь уже использовать, стекло разбито. Я ее поставил за заставную. И вон там девочки ее потихонечку выбирают. Смотрите, сколько их тут. Красавчики. Ну, не выбрасывать же мед с банкой. Молодцы, девчоночки. Правда, пироги валяются куча. Странно. Так, дальше идем. Ну а здесь такая маленькая беда. Вот, пчеловод хренов. Давно уже пора было расширить и дать или вощину, или сушь, что угодно. Ну я же как обычно тяну. То ветер, то дождь, то снег, то куда-то поехал. И вот они же начинают строить. Ну ничего, сейчас я им тут сделаю порядочек, подставлю. Это семеечка на 14 рамках. Сейчас я остальное немножко уберу вот здесь. Ну и рамки 3-4, наверное, подставлю, потому что очень сильная. Расплоду полно, даже трутень есть. Ну, трутневый расплод имеется в виду. Вон, если видите, вот, трутневый расплод. Я так дождался, чтобы она и зароилась в апреле месяце. Это, ребята, тем видео, как делать не надо, понимаете? Ну что, навел тут порядочек. Стало теперь 19 рамочек. Нормально. Я надеюсь, что здесь будет все отлично. Дно чистое. Я не чистил, кстати, в этом улье. Не, в лежаках вообще не чистил. Я только в рогатых чистил. А тут все выбрано, все четко. Сейчас гляну вот в этот улей. Что здесь? Ну, здесь у меня все 8 рамочек стоят. Я знаю, что расплод здесь есть. Пыльцу тягают, не буду я скрывать их покуда. Потому что уже сюда нужно второй корпус скоро ставить будет. Так, гляну в очередной. Да, сюда надо 8-я рамочка, конечно. Сейчас мы сделаем, девочки, вам 8-ю рамочку. Дадим работки немножко. Сейчас. Поставил 8-ю рамочку. Ребята, все эти рамочки расплода моря, а они легенькие-легенькие, ну, то есть пустые.
без корма от поля хозяин хреново. Еще бы немножко. Ну хорошо, что у нас все цветет уже, ребята. Я, честно говоря, на это и рассчитывал. Я как-то смотрел, корм немножко был, думаю, дотянут до цветения абрикоса, лычи дотянут, что-то натягивает себе. Ну конечно, сейчас поставил рамку с медом, думаю, все будет нормально в этом угле. Так, очередной. Не буду полностью, ох, прилипил, елки-палки. На 8 рамках. Да, возможно, тут немножко корму мало. Мне уже некуда ставить. 8-рамочные. Елки-палки, смотрите, сучка драная. Моль. Ну как там малая, это малая восковая моль, а? Ай ты ж. Ничего, не будем уничтожить. Вот такие, ребяточки, в этом дела. Оставляю ее покуда. Як пролепил, елки-палки. Это ужас. Ну что, здесь тоже 8 рамочек, пчелы много. Вижу, так, немножко корм есть он. Ну, девочки, давайте. Немножко до лучших времен. Пусть эти ветра пройдут. Я с вами потом займусь. Здесь то же самое, ребята. 8 рамочек и все забитые. Так, девочки, все, давайте, баюшки. Прячься. До лучших времен. Сейчас глянем мой лежачок любимый, оббитый игрушками колиными. Сейчас глянем. Ну, здесь та же самая история с медом. Положили вот все, что оставалось там, всякое барахло. И они его сейчас тут выбирают. Сейчас глянем, что дальше. Ой, тут одежонок. Холстиков наложено. Ну, сюда надо расширять, конечно, больше всего. Ой, конечно. Ой-ой-ой-ой. Ой, Сережа, ты мудак. Так, ладно, сейчас мы сделаем тут порядочек. Посмотрите. Личинки моли под холстиком. Давно уже я не открывал, честно, елки-палки. Ну что, сейчас мы сделаем тут порядочек, ребяточки. Все будет классно. Ну что, навел я порядочек в этом улье. Добавил 2 рамочки покудова. Ну, через несколько дней надо глянуть, конечно, добавить еще, может быть. Ну, корм не надо, потому что пусть берут этот, все, что осталось. А получилось, что с медогонки забыли слить, и там много пчел пропало. Потом уже так это выбирали вместе с пчелами, там вот оно такое все непонятное. Так, очередной. Тут вообще на 6 рамках. Ёханый бабай. Так, девочки, сейчас сделаем им порядочек. Так, сейчас гляну в этот. Видите, смородина уже цветет. Так что золоту они уже не будут. В этом лежачке, конечно, немножко надо было чуть-чуть сократить рамочек, парочку убрать. Вот так вот тут на 4 вот так был расплодил. Корм там есть. Да и вот стоит банка тоже с этим медом непонятным вместе с пчелами. Ну это, видите, на дне распечатывали рамочки, мисочки вот восковые. Вот так пчелы почти нету. Думаю, все будет нормально.